Журналисты на предприятии «Лилия» – редкие гости. Здесь не любят выставлять на показ свои успехи и достижения, несмотря на то, что «Лилия» вошла в сотню быстро развивающихся предприятий Юга России. А вот студентам, будущим механикам, логистам и сварщикам было бы полезно посмотреть, как строится производство. Не секрет, что на промышленных предприятиях города существует дефицит рабочих кадров, поэтому спрос на специалистов технических специальностей сейчас очень высок. Подобные экскурсии направлены на то, чтобы студенты осознали важность и востребованность своих профессий. Только имея квалифицированный персонал, предприятия малого бизнеса смогут и в дальнейшем развиваться и конкурировать на рынке. Данное мероприятие направлено на привлечение молодежи к осуществлению предпринимательской деятельности. Для этого мы организуем встречи учащихся школ с предпринимателями, так сказать, знакомство бизнеса изнутри. Считаем, что живое общение, наглядный пример ведения бизнеса будет способствовать росту и дальнейшему развитию молодежного предпринимательства. Экскурсию по цехам теперь уже завода проводит заведующая производством «Лилии» Оксана Верук. Она специалист с высшим образованием, начинала с контролера УТК и вот выросла до руководителя. Задача, которую поставил перед собой отдел развития предпринимательства и инвестиций городской администрации, показать, как на территории Новошахтинска развивается малый и средний бизнес. «Лилия» – красноречивый тому пример, потому что начиналось предприятие со скромного цеха в гараже. А сейчас продукция «Лилии» на полках крупных сетевых торговых компаний. Коллектив «Лилии» молодой и перспективный. Многие специалисты в совершенстве владеют английским. Оборудование для производства бумажной продукции только импортное. Вся команда работает на продвижении товара, а значит, здесь важно все – от дизайна упаковки изделий до его качества. Специалисты «Лилии» еще раз убедили студентов в том, что нигде сразу они не получат большую зарплату. Ее надо зарабатывать, проявив свое желание, знание, стремление к поставленной цели и работоспособность. Только трудолюбивый, вдумчивый, аккуратный и собранный человек заинтересует успешного работодателя. И даже в собственном бизнесе успех придет далеко не сразу.